Столичные автоинспекторы решили напомнить маленьким пешеходам и их родителям правила поведения на дороге и провели акцию «Автокресло детям». Ну а чтобы не утомить малышей, приготовили конкурсы и игры с призами и подарками. О папах и мамах тоже не забыли. Во-первых, привлекают внимание детей к правилам дорожного движения. Они их лишний раз вспоминают, повторяют. Тем более это все в игровой форме, с призами, которые они с удовольствием потом носят и друг другу показывают. Переходят переход с этой палочкой, потом я иду. Очень, конечно, это полезная акция. Таких акций, конечно, надо побольше устраивать. Под руководством наставников дети с мамами и папами учились пристегивать ремни безопасности, переходить дорогу и даже сидеть за рулем. Организаторы уверены, сохранять бдительность на дороге нужно учиться с малых лет.